ваши части тела выступают не по делу. Если вируса бактерии не хотите представления, все, что нужно, подберу я в аптека.ру. Во вторник в Самарской области пасмурно, осадки в виде снега, температура воздуха в дневное время -2, -4 градуса, ночью 3-5 ниже 0. Ветер западный, юго-западный, скорость 5-7 метров в секунду. В Сызрани тучи, осадки в виде снега, днем 2 градуса с минусом, ночью 3 ниже 0. Ветер западный, скорость 6 метров в секунду. В Тольятти тучи и продолжительный снег, днем -2, ночью -3 градуса, юго-западный ветер 6 метров в секунду. В Самаре пасмурно и снег, днем -3 градуса, ночью -4, ветер западный 6 метров в секунду, атмосферное давление пониженное, 742 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 84%, в геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.